25 июня 2024 год по поводу прилета кассетных боеприпасов по пляжу Севастополя. Украинцы, которые на оккупированных территориях находятся, постарайтесь держаться подальше вообще от россиян, от каких-то складов военных, от каких-то... Ну, это, по-моему, очевидные вещи. Ну, понятно, что мы лупасим по россиянам, по оккупантам. Они пытаются отбиться там что-то. Я на 99% уверен, что это их ПВОшная ракета лупанула. Потому что если бы Атакамс так лупанул, там бы таким количеством жертв не ограничилось дело. И нам, конечно, не нужны даже оккупанты гражданские погибшие, да? Но про них разговор отдельный. Но, украинцы, поберегите себя. Ну, то есть, понятно уже, что сейчас это будет все активизироваться. И все больше и больше. Вы видите, там сейчас по чайной ложке, но нам Запад и увеличивает дальность, на которой мы можем работать с западным оружием. И увеличивает номенклатуру вооружений, которые мы можем работать по россиянам. Не попадите под раздачу, украинцы. Ну, понятно, что когда освобождают, там, я не знаю... От немцев Сталинград, блин, нафиг, попадут под это дело и советские граждане. Так что, пожалуйста, ну, аналогия полная. Ну, извиняюсь за то, что я там своими старопердунскими, блин, какими-то такими мерками меряю. Но, чтобы понятно было людям. А, ну, вот сейчас этот, который у Магадана дочка погибла, 9-летняя. Ну, где, я не знаю, где у них мозг, блин. С Магадана привезти дочку, блин, в оккупированные территории. Почему, блин, не в Белгород? Ну что за хреновые дураки, блин? Я просто в шоке, блин. Послушайте, я даже, кстати, вот и... Я сейчас и россиянам говорю, которые сейчас понаперлись за эти 10 лет оккупации Крыма. Я в Крыму срочную службу служил. Долг родине я отдавал в 90-х годах в Крыму. Вы понимаете, даже с Донецка, с оккупированного, с Луганска, можно будет свалить в последний момент россиянам. Да, которые там поналезли как тараканы на нашу украинскую землю. Но Крым, вот сейчас расхренячим мы этот мост Керченский, да? И, блин, что у вас останется? Вот этот вот перешеек, блин, нафиг, по которому вы что, через Севаш будете текать или как? Вы думаете вообще о чем? Вас там миллион набило сейчас в Крым. Вы представляете, какой это драп-марш будет, когда мы сейчас туда ломанемся, блин, нафиг, в Крым освобождать? Что вы будете делать, я не пойму. На плотах переплывать, блин, нафиг, через Керченскую протоку, через Керченский пролив. Сваливайте, пока есть время, я не знаю. Ну, что, ну где у вас мозги? Вы что, не понимаете, что вот этот час по чайной ложке, да, Запад нам дает, он свои вопросы решает. Он старается, чтобы мы больше выбили там у вас, ну, я так понимаю себе, больше выбили ПВО, там, больше выбили ракет, чтобы им меньше оставалось, да, меньше им угрозы было. Да, он жертвует там украинскими жизнями, украинскими там людьми, там, территориями, производствами, инфраструктурами, да, жертвует. Но вы же видите, что все равно дает. Но все равно дает нам Запад, блин, нафиг, и Атакамс, и все равно и GMLRS, там, и GLSDB дает, и все потихонечку сейчас, а ВАКС уже дали нам. Ну неужели у вас не хватает мозга, блин, собрать, блин, нафиг, в чемоданы своих, нафиг, электроников и свалить куда-то, блин, свою, на коренные земли в Московию свою? Вы не понимаете, что это уже не остановится, что час за часом, да, понятно, что украинцы погибают, но постепенно, постепенно мы будем вас выбивать, и, блин, нафиг, если вы гражданский, если это оккупант, то понятно, он там за миллион пошел воевать, блин, нафиг, его тут грохнут, прикопают, я сейчас смотрю, они, найдите брата, найдите сына, найдите мужа, кого надо, копайте, блин, нафиг, где-то там под червяками, под кротами ваши мужья у нас здесь в Украине, под черноземом, помогите, помогите. Помогите, мозга, держите их у себя дома, блин, под юбкой, нафиг. Тогда не придется их тут выкапывать у нас, то, что от них останется из-под чернозема. Сваливайте, пока не поздно. Ну, что тут можно, блин, еще едут отдыхать в Крым. Господи, какие идиоты, я не знаю. Россияне, при всем моем неуважении к вам, вываливайтесь отсюда, блин, потихоньку. Собирайте свои, блин, манатки, блин, и потихонечку... тихой сапой сваливайте. И коллаборанты, которые, блин, понимаете, чем больше вас свалят туда, в Россию, туда, к дагестанцам, нафиг, понимаете, вот туда, где сейчас там головы отрезают, блин, нафиг, православные священники, едьте туда, вам там будет чем заняться в России, там будет весело в ближайшее время. ИГИЛ, ислам, там вся эта фигня, блин, там будет вам чем заняться.
Не обязательно сдыхать на Крымском пляже. Пожалуйста, сделайте в Дагестане это, хорошо? В России где-то, на исконных, в Бурятии там, где там ЧВКшники, вагнеровцы придут вам, я не знаю, молотком голову будут раскраивать. Идите туда. Уже время, правда. Вот прямо сейчас, вот в этом году. Давайте. Свобода Украины.